Следственный комитет начал проверку после ЧП в торговом центре на севере Москвы. Там женщина упала с 4-го этажа на голову другой посетительницы. Обе в больнице в тяжелом состоянии. Вот кадры, сняты очевидцами. Женщина сначала сидит на перилах, свесив ноги в пропасть, и затем ложится на перила. В паре шагов от нее находится охранник, но он не реагирует на происходящее. Спустя минуту экстремалка отпускает руки и срывается вниз. Поначалу была версия, что она забралась на перила ради удачного селфи, но камеры в руках у женщины нет. Что толкнуло 42-летнюю жительницу Красногорска на этот безрассудный поступок, разбираются следователи.